Вот, как видите, почти уже в Швейцарии живем. Значит, вот такая тут у нас дорога в центре Симферополя. Вот. И дорожка разбита. Вот. Ну, в принципе, так же было и в Украине. Ну, как бы, люди, думающие, что они в России будут жить лучше, очень сильно ошиблись. То есть, не Швейцария и не Штаты. Что-то такое совковое и знакомое.